Вопрос. По вашему мнению, сегодня российским семьям стоит ли брать ипотеку или нет? Сегодня многие молодые семьи думают так. Возьмем ипотеку, купим жилье, это практически то же самое, что снимать квартиру. Ну, такой же ежемесячный платеж. Если, соответственно, вы понимаете, что вы сможете в течение 15 лет платить, тогда да, конечно. У нас же ипотека специфическая, это не Запад, хотя и на Западе это тоже уже не совсем так, что если вы не сможете платить, у вас отбирают дом, его продают, но при этом вам возвращают ту часть денег, которая была уплачена. У нас, насколько я понимаю, не возвращают. Но проблема состоит в том, что если вы не сможете платить, то вас просто выгонят из этого дома и все. Понимаете, хороша ситуация, да, меня один раз выгоняли со съемной квартиры, у меня еще тогда ребенка не было, и это было очень тяжело, когда там в течение 3 дней нужно куда-то уезжать, непонятно куда, вот, и это тяжелая очень ситуация, то есть, если у вас нет уверенности, что вы сможете выплатить эту самую ипотеку, то лучше не рисковать. Но в любом случае у молодежи, если не считать квартир родителей, нету сегодня другого шанса квартиру получить, кроме как ипотека.